Namainam namaskrityam Naram Chiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jaya Udiraye Nastabhyeshu Upadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Nanishtike Чуть ниже. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 10-ю песню, глава 41. Текст номер 32. Rajakam chinchit ayatam Rangakaram gadam raja Drishtvaya cha tava samsi Dautanyatyutvamanicha Rajakam kanchidayantam Rangakaram gadagraja Drishtvaya cha tatamsi Dautanyatyutamanicha Dautanyatyutamanicha Rajakam kanchid ayantam Rajakam kanchid ayantam Rangakaram gadagraja Rangakaram gadagraja Dautanya tyutamanicha Rajakam kanchidayantam Rangakaram gadagraja Drishtvaya cha tava samsi Dautanya tyutamanicha Rajakam kanchidanyatam Rangakaram gadagraja Drishtvaya cha tava samsi Dautanya tyutamanicha Rajakam kanchidayantam Rangakaram gadagraja Drishtvaya cha tava samsi Word by word. Пословный перевод. Раджакам, стиральщика белья. Канчит, некоего. Аянтам, приближавшегося. Рангакарам, красящего ткани. Гада Аграджах, Господь Шри Кришна, старший брат Гады. Дриштва, видя. Аячата,
попросил васамси одежды даутани постиранной ати уттамани самой лучшей ча и перевод стиха. Увидев приближающего стиральщика белья, который занимался покраской тканей, Кришна попросил у него самую лучшую одежду из той, что была у него. Чакшурун милитам йена тасмай шри гураве намаха Шитхапатарубьяшча Крипасингу Яевача Патитанам Паванибьо Вайшнабьо Намо Намаха Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гора Бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're hearing description of Lord Krishna along with Balarama and cowherd boys, how they have entered into the city of Mathura. Итак, мы слышим описание того, как Господь Кришна вместе с Господом Баларамой и пастушками входили в Матхуру. И как мы читали в предыдущей главе, все матаджи, все леди, которые были в Матхуре, они были очень воодушевлены и хотели хотя бы глазком посмотреть на Господа Кришну, который ходил в Матхуру. И также вчера мы слышали, как браманы также предлагали свое служение Господу путем предложения различных благоприятных предметов. So now we're going on to description of an encounter between Lord Krishna and the laundryman, or the washerman, he was dyeing the clothes which belonged to King Kamsa. An encounter? Yeah, encounter, meeting. И сейчас мы приступаем к описанию встречи Господа Кришны с красильщиком белья, которое принадлежало Камсе. And Krishna and Balaram are coming from Vrindavan, the countryside, from the village. И Кришна с Баларамой пришли из деревни, из сельской местности. And they're coming into the city of Mathura. И они входили в город, в Матхуру. Russia. I'm sure it's not so different from China. People come from the countryside and they come into the big city. И мы можем это представить. Я уверен, так же, как и в Китае, в России есть люди, которые из деревни, из сельской местности, они приезжают в город. You know, if you've been living in the countryside for a long time, and people in the countryside, you know, they have their own ways of dressing. И вы знаете, что если люди живут в деревне, у них есть такой некий свой, своеобразный стиль того, как одеваться. They want? They will not. Ага. И вы знаете, в деревне все очень проще, у них нету всяких брендовых одежд, у них нету 90 пар обуви. He's not going to have the latest mobile phone. И у них нет последней модели телефона, сотового айфона. He won't have the most fashionable clothing. И у них нет желания все время иметь самую модную одежду. You know, they're coming from the countryside. Они из деревни приезжают. И обычно даже по одежде, по тому стилю, как человек одевается, можно
различить, откуда он приехал. О, да, он из деревни, он деревенщина, видно по одежде, что он откуда-то, не отсюда. И Кришна с Баларамой пришли из Вриндавана. И они пришли в этот огромный город Матхуры. И они увидели этого красильщика тканей, который занимался служением Камсе. И у него было много одежды. И Кришна сказал, ну дай какую-нибудь мне. И в прошлом люди были намного проще, и если у кого-то было чего-то много, то он в принципе мог без проблем дать это что-то кому-либо, кто нуждался. И даже, знаете, в дни коммунизма, я уверен, было некоторое чувство равенства, чувство того, что все вокруг равны, едины. И люди в целом были более-менее равны в своем социальном положении. И это то, как было тысячи лет назад. Если кто-либо имел чего-то в избытке, то он отдавал это другой личности. И вот представьте, Кришна ходит в Матхуру и видит это огромное разнообразие прекрасной одежды. Это выглядит так, как будто бы он никогда до этого не видел, так как он играет здесь роль пастушка, который пришел в Матхуру из деревни, из Вриндавана. И вся эта одежда, она такая красивая, ее рисунок, узор, дизайн, он тоже такой замечательный. И на ощупь она такая приятная. Кришна видит все это, думает, как замечательно, как красиво. И Кришна говорит, ну дай же мне что-либо. Чики? Is he being rude? Это, как вы думаете, вообще грубо было каким-то образом? We could say, oh, he is not well-mannered, he should not ask. Мы можем сказать, вообще какой-то странный человек, как он такое вообще просит. I was describing this pastime in the class in Sakhalin. И я также рассказывал про эти лилы на лекции в Сахалине. Давайте для начала прочитаем, что было дальше, потому что, возможно, кто-либо из вас не знает эти игры. Господь Кришна сказал, пожалуйста, дай нам двоим самые лучшие из твоих одежд, которых мы, несомненно, достойны. Преподнеся нам такой подарок, ты бесспорно обретешь величайшее благо. The next one. Yeah. Give some of these garments. Lord Krishna is saying, he's speaking on behalf of his brother Balarama. So he said, give some to us. We should have them. We deserve them. И Кришна также просит за своего брата Балараму, дай нам эти одежды, мы их заслужили, мы достойны их. И если ты дашь нам эти одежды, ты обретешь наше благословение. Give some charity to us.
И представляете, вот вы идете, распространяете книги, подходите к кому-то и говорите, ну, дай какое-нибудь нам пожертвование. И ты говоришь кому-то человеку, я знаю, у тебя нормально денег, предостаточно, дай немножко нам. И если ты дашь нам эти деньги, я благословлю тебя. Что вы думаете произойдет? Как повернутся события после этого? Okay, so we'll read the next verse. И мы читаем следующий стих. «Услышав от Верховного Господа, который совершенен во всех отношениях, такую просьбу, этот надменный слуга царя Камсы рассвирепел и принялся осыпать Господа бранью». Кришна is the supreme personality of Godhead, and he was requesting, give some to us. Кришна — это верховная личность Бога, и он попросил дать ему что-либо вместе с Господом Баларамой. Everything belongs to Krishna. Все принадлежит Кришне. So Krishna was requesting this man, give some of that cloth to me and Balaram. И Кришна просто просил, дай что-либо из этой одежды мне и Господу Балараме. И Кришна говорил, мы достойны, у нас должно это быть. Отдай нам. Но что случилось? Мужчина рассвирепел. Он вообще ничего не собирался давать Господу Кришне. As being an important person. He does not think Krishna is important. Он не подумал, что Кришна это какая-то важная VIP персона. Итак, следующий стих. Стиральщик белья сказал: «Ах вы, бесстыжие мальчишки, вы все время бродите по горам и лесам, а теперь вознамерились нарядиться в эти одежды, ведь это же вещи самого царя». И этот человек, этот красильщик, он мог понимать, понимать, что Кришна и Баларама, они не из Матхуры, он осознал это. Он сказал, да вы вообще с гор и из лесов пришли. Как он это вообще узнал? Потому что у Кришны было павлинье перо в волосах. Люди, которые живут в Матхуре, они себе павлиное перо не вставляют в волосы. Но те люди, которые живут в лесах или деревнях, у них есть свой своеобразный стиль украшения себя чем-либо. И Кришна таким образом был украшен различными камнями, чем-либо еще. То есть все это было в виде украшения на одежде, на его коже. И, конечно же, у Кришны была флейта, потому что он пас коров. Но он не принес свою флейту в Матхуру. Он оставил ее в Вриндаване. И один из пастушков сказал, я оставлю твою флейту у себя, чтобы быть уверенным, что ты вернешься. И поэтому, в любом случае, вот этот вот красильщик белья, он сразу же понял, что эти двое ребят, они не из города, они откуда-то из сельской местности, либо с гор, либо из лесов. И вы хотите взять эту одежду, которая принадлежит королю Камсе? So this washerman
was a servant of King Kamsa. И стоит понимать, что этот человек, этот красильщик белья, он был слугой царя Камсы. So he becomes angry. He speaks very nasty words to Lord Krishna. И он поэтому рассвирепел, видя весь оборот этих событий. Он буквально начал осыпать Кришну бранными словами. Krishna is not only from the forest and the mountains. He's everywhere in everyone's heart. Но Кришна, он не только обитает в лесах или горах, он на самом деле обитает в сердце каждого. But this nasty servant of Kamsa becomes so angry. Но этот презренный слуга Камсы стал настолько раздраженным, злым. So then what does Lord Krishna do? И что же Господь Кришна сделал? The next verse is still talking with the Krishna. Okay. I read it, yeah? Глупцы, убирайтесь отсюда. Нечего здесь попрошайничать, если вам дорога жизнь. Таких храбрецов люди царя хватают и убивают, а все их имущество забирают. И вот этот прислужник Камсы, он сказал, не попрошайничай вот так вот. Он сказал, что слишком самоуверен, слишком вообще храбр с такими просьбами обращаться. So, и он был таким образом очень груб и даже угрожал Кришне и Баларами. Он сказал, у тебя будут большие проблемы, если ты будешь вот так вот себя вести. Но преданные Кришне, у них нет страха. Они фактически бесстрашны и никого не боятся. Потому что мы уверены, что у нас есть защита Господа Кришны. Так же, как Шрила Прабхупада вместе с преданными, они искали новое помещение для храма в Детройте. So they found this one house. It was a very big house with a big garden. И они нашли вот такой дом, который им был нужен. Это был большущий дом вместе с большущим садом. And Prabhupada looked over the house and Prabhupada liked it. He thought this is very suitable for a temple for us. И Прабхупада осмотрел этот дом и вынес свое решение, что этот дом он замечательно будет подходить для нашего нового храма. So the man who was selling the house came to meet Prabhupada. И тот человек, который продавал этот дом, он пришел увидеть Прабхупаду, встретиться с ним. So Prabhupada told him, he said, we are beggars, we have no money. И он сказал этому человеку, Прабхупада сказал этому человеку, мы попрошайки, у нас нету денег. So you should give your house to us. Вообще, ты должен отдать нам этот дом. Prabhupada did not mind to talk. He was not afraid to talk, to tell them that we are beggars. И Прабхупада особо, он не заморачивался, говоря так. Он просто сказал, мы попрошайки, отдай нам этот дом. Sometimes people think of Hare Krishna devotees, they just go out and beg all day. И иногда люди думают, о, эти преданные Харе Кришна, они просто выходят на улицы и весь день попрошайничают. But this is ignorance. Но это невежество. Actually, we go out to give knowledge of Krishna. Вообще-то мы выходим на улицы, чтобы дать знания о Кришне. We don't go to beg for our
Мы не выходим на улицу просить чего-либо для удовлетворения собственных чувств. Напротив, мы пытаемся вовлечь людей в служение Кришне. Как, например, Вайшасика Прабху, это один американский преданный, ученик Шрилы Прабхупады, и он очень успешен в распространении книг. И иногда ему говорят, вот вы знаете, вы попрошайничаете, просто пытаетесь выпросить какое-то количество денег у людей. И он отвечает им, я не попрошайка, мне вообще милость от вас не нужна. У меня есть напротив что-то, что я хочу дать вам. Это знание, которое есть в этих книгах, оно может изменить вашу жизнь, спасти ее. Вы должны понимать, что это от вас зависит. Попробуйте это понять. Но мне не нужны ваши деньги. У меня свои деньги есть. Я не попрошайка. Я не выпрашиваю эти деньги у вас. Это вам нужно служение Кришне. И я вам даю эту возможность служить Кришне. So here, Lord Krishna is not actually begging this man for clothes. И стоит понимать, что здесь Господь Кришна в целом он не попрошайничает здесь какую-то одежду этого красильщика белья. But the foolish man, the foolish servant of Kamsa, he's thinking Krishna is begging. Но этот глупый прислужник царя Камсы, он думает, что Кришна попрошайничает у него. Krishna is the supreme lord. Кришна это верховный Господь. Все ему принадлежит. Many years ago, I was preaching in South India. И некоторое количество лет назад я проповедовал в Южной Индии. I was traveling, distributing books in the southern part of India in a place called Kerala. И я путешествовал и занимался распространением книг в южной части Индии. That name Kerala? Kerala, yes. Kerala, видимо. It's a state. Это штат. And there are many Christian people there. И там много христиан живет. There's a strong influence of Christianity. People are not much Hindu. Там очень сильное влияние христианства, и, соответственно, там не так много людей, которые исповедуют индуистские религиозные воззрения. So they were saying to me, I was giving a talk in a college to the students there. И у меня была там лекция в колледже для студентов, для учащихся. And they were saying to me that how can you worship a god who is a thief? И у меня спросили там, как вы можете служить Богу, который является вором? What kind of god is it who has to steal butter? И что это вообще за такой вид Бога, который ворует масло? They could not understand the nature of Lord Krishna's pastime. И все дело в том, что они не могут понять суть игр Шри Кришны. И они говорят, ваш Бог это просто вор. Он масло ворует. А они не понимают, что если Господу и так все принадлежит, то ему в принципе не надо ничего воровать. So when he takes the butter, it's his butter. He can take as much as he wants. И когда он берет или ворует масло, надо понимать, что это его масло, и он может взять сколько он захочет. Он просто наслаждается играми с этими преданными. Here,
И здесь Кришна встречается с человеком, который не является его преданным. This man who is washing the clothes is a servant of King Kamsa. Этот человек, который красит ткани, или, не знаю, Махарадж говорит все время, что washing clothes, он моет, стирает одежды, он прислужник царя Камсы. Now all the ladies of Mathura, they came and they were saying, oh, you know, how fortunate the gopis must have been. They could see the lotus face of Krishna all the time. И все женщины Мадхуры, когда они высыпали, они на улице, чтобы видеть Господа, они говорили: Господи, как удачливы все жительницы Вриндавана, что они все время могут созерцать Господа там. But this man, this servant of Kamsa, he did not appreciate Krishna. Но этот прислужник Камсы, он не оценил того, что он увидел Кришну. He's angry. He's telling Krishna, you should be careful, you will get punished. И он был разозлен. Он говорил Кришне: ты должен быть осторожен, ты вообще рискуешь пострадать за свое такое поведение. So in the next verse we will hear what Krishna does. И в следующем стихе мы услышим, что Кришна ответил. In the next two verse. Выслушав дерзкие речи стиральщика белья, сын Деваки разгневался и одним кончиком пальцев снес ему голову с плеч. Sounds like Krishna knows martial arts. Sorry? He knows martial arts. И стоит понимать, что Кришна обладал знанием и техниками боевых искусств. Just with his finger. Просто одной левой, off пальцами. Off with his head. И он снес ему голову. So I was telling this pastime to the devotees in Sakhalin. И вот я рассказывал про эти игры преданным на Сахалине. Upset? И вы знаете, преданные были очень расстроены. Как Кришна такое сделать мог? Это вообще не самый лучший пример того, как ведет себя Кришна. И люди будут думать, что Кришна ведет себя не самым лучшим образом, не поступает правильно. И он, получается, пришел, попросил одежду этого человека, этот человек ему не дал эту одежду. И Кришна взял и снес ему голову. О, нет, это ужасно. Но Кришна — это Верховная Личность Бога. Он дал этому человеку шанс послужить ему. Но вместо этого он был очень грубым с Кришной, он начал говорить ему всякие дерзкие и очень грубые слова. So Krishna cut off his head. И Кришна снес ему голову. He liberated him. Освободил его. Как мы знаем, что любой, кто получает смерть от руки Кришны или его обществе, он получает освобождение. The demons killed by Krishna achieve Sayujya Mukti. И те демоны, которые получают смерть от руки Кришны, они получают саюджа мукти, они получают освобождение в безличном брамане. Это было на самом деле милостливо со стороны Господа Кришны, была его милость. Now it's also said there was this man who would not give the cloth to Krishna. This man who was the servant of Kamsa, that Krishna knew this man from his previous incarnation. И также говорится, что вот этот вот человек, прислужник Камсы, который в этом воплощении был мойщиком, косильщиком белья при дворе царя Камсы, Кришна знал его с предыдущих своих игр. Lord Krishna's
И все это, вся эта история длится с того момента, когда Господь Кришна был на земле вроде Господа Рамачандры. Lord Ramachandra would disguise himself and go around his kingdom to hear, to listen to what people were saying about him. И Господь Рамачандра, скрывая самого себя каким-то образом, чтобы никто его не узнал, он просто ходил в своем царстве и слушал, что говорят о нем его подданные. И цель этого вот расследования Господа Рамачандры, почему он ходил и слушал, он хотел узнать, что люди думают о том, как он правит, о том, в каком состоянии страна и многие другие вещи. So Lord Rama thought, people will never tell me to my face the truth. И Господь Рамачандра думал таким образом, что люди никогда не скажут правду мне в лицо. So he disguised himself. И поэтому он скрыл свою личность. And he went around the kingdom. И путешествовал в своем царстве, просто слушая. So one day he happened to hear a man talking to his wife. И в один день он услышал одного человека, который разговаривал со своей женой. This man was a barber. Этот человек, он был парикмахером. And his wife had been unfaithful. His wife? His wife had been unchaste. И его жена, она была неблагочестивой женщиной. She had gone with another man. И она ушла с другим мужчиной. And then she came back to her husband. И затем она вернулась обратно к своему мужу. So her husband was this barber. И ее муж был вот этот вот парикмахер. So her husband said to his wife, I don't want you back. You get out from here. И он сказал, я не хочу тебя видеть. Вообще, уходи отсюда. You have been unfaithful. Ты была неверна мне. He said, Lord Rama may take back his wife after she's been with another man. She said to him. He said to his wife. И он сказал, что Господь Рама отослал свою жену, когда она была неверна ему, когда она была с заточения. But I don't want you back. I'm not like Lord Rama. I'm not taking you back. Прошу прощения. Господь Рама вернул свою жену после того, как она была заточения. Но я не Господь Рама. Я не хочу, чтобы ты возвращалась ко мне. Lord Rama had taken Sita back after she had been taken by Rama. И, как мы знаем, Господь Рамачандра, он вызволил и вернул обратно Ситу после того, как она была в заточении у Раваны. So when Lord Rama heard this, Lord Rama decided that he must do something about his situation. И когда Господь Рамачандра услышал это, он понял, что ему нужно сделать что-либо касаемо своей ситуации. So he came back to the palace and he told Lakshman to take Mother Sita into the forest and put her in the ashram of Valmiki. И когда Господь Рамачандра вернулся обратно во дворец, он сказал Лакшману, что он должен взять Ситу и отправить ее в лес вашим мудреца Вальмики. Of course, at this time Mother Sita was already pregnant. И, конечно же, в это время Сита уже была беременна. So Mother Sita went to the ashram of Valmiki, and then she gave birth to two sons. И мать Сита направилась в ашрам Вальмики, и там дала рождение двум сыновьям. After giving birth to her two sons, then she entered into the harem. И после того, как эти два сына родились, она вошла в землю. So this man who spoke these nasty words about Lord Rama, this barber, took birth in Krishna's pastime as a laundry man of Kamsa. И вот этот вот человек, этот парикмахер, которого услышал тогда Господь Рамачандра, он получил рождение в будучи мойщиком белья у царя Камсы. Lord Krishna knew that this is a man, this is his
И Господь Кришна, конечно, знал, что вот этот человек – это именно тот парикмахер, который говорил всякие глупости вот тогда, в предыдущих играх. И поэтому Господь Кришна просто отсек ему голову. И потому что этот человек, он никогда ничего нехорошего не говорил о ком-либо вообще. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, Samoham Sarvabhuteshu Name Trishosti Napriya. I envy no one. I am not envious of anyone. И Господь Кришна говорит в Бхагавад Гите, что я не завидую никому, у меня нет чувства зависти к кому-либо вообще. I am equal to everyone. Я равно отношусь ко всем. But if somebody does some service, но если кто-либо делает какое-либо служение для меня, тогда я очень ценю это. So Lord Krishna gave the opportunity to this laundryman, Kamsa's laundryman. He gave him the chance to do some service, but the man did not want to do service. И таким образом Господь Кришна дал шанс послужить себе этому мойщику белья, прислужнику царя Камсы, но этот человек, он не использовал этот шанс. И Кришна отсек ему голову. И что же произошло после того, как Кришна отсек ему голову? Помощники стиральщика белья тут же побросали тюки с одеждой и разбежались в разные стороны. Тогда Господь Кришна взял одежду себе. Кришна получил одежду, то, что получил, то, что хотел. Но Кришна — это Верховный Господь. Если Он что-нибудь хочет, поверьте, никто не может его остановить. So this pastime is a little surprising to some people. И вот эти вот игры, они немножко обескураживающие для некоторых людей, они удивительны. But to the devotees, it's pleasure. Но для преданных это наслаждение. Мы слышим, мы ощущаем радость, когда слышим о том, как Кришна являет свои игры, голову цикает. It's God. Кришна Бог. He's the Supreme Lord. If he wants to kill someone, nobody can save him. Он верховная личность Бога. Мы должны понимать, что если он кого-то захотел убить, то уже этого человека никто не спасет. And if Krishna wants someone to live, nobody can kill him. И если Кришна хочет, чтобы кто-нибудь жил, в свою очередь никто не сможет убить этого человека. Okay. Any questions? Какие-либо вопросы? Надо микрофон, Паша, или там. Хари Кришна. А стиральщик белья, он же, получается, не осознавал положение Кришны, ну, что он верховная личность Бога, или осознавал? But this clothes washer, he was realized who was the Krishna, that he was the personality of Godhead? No. Нет. No, he doesn't know who is Krishna. Он не знал, кто такой Кришна. He said, "You know, you're just some boys from the forest." Он же сказал, что вы просто какие-то ребятки из леса. You have no right to take the clothes of the king. У вас вообще никакого права нет брать одежду царя. So certainly he does not know who is Lord Krishna. То есть поэтому мы можем понимать, что он в принципе не представлял, кем Кришна является. Хорошо, скажите, пожалуйста. А вот история, когда Кришна, ну, сражался с этими, там, какой, с борцами там на арене, и все Кришну видели по-разному. То есть, ага. Ну, Кришна не всем был открыт. Можно по частям буду? So, this is when the,
Krishna was wrestling with these Kamsa wrestlers on the arena, and everybody was seeing him in a different way. По какой причине, то есть Кришна не был открыт для всех, и все вот видели по-разному, то есть это вот сфера отношений так проявляется. So the question is why the Krishna was different for everybody and why he was not open as the highest personality of Godhead for everybody and everybody was saw him in a different way, was recognizing him in a different way on the arena. So all the other persons who was watching this like show wrestling, everybody was recognizing him in a different way. Well, they're not in the arena yet. They haven't come to the arena yet. Yeah, but he's asking about the lilas after. So he's asking about this lilas that was after that, when they started wrestling with the fighters of Kamsa. Yeah. So and he's asking when they were fighting with the fighters of Kamsa, a lot of people was showing this like show. And everybody was saw Krishna in a different way, was recognizing him in a different way. Yeah. But not everybody was seeing him as the highest personality of Godhead. So why was that? Why was not everybody seeing him as a god there? Because everyone has their own different rasa, their different qualifications. Потому что у каждого человека есть, у каждой дживы есть своя раса и свой уровень некоторой духовной квалификации. Not everyone is qualified to see Krishna as the supreme personality of Godhead. Не у всех есть должная духовная квалификация, чтобы видеть Кришну как верховную личность Бога. But according to their rasa, according to their relationship with Krishna, they saw him in a particular way. Но в зависимости от расы, в зависимости от взаимоотношений с Кришной, каждый видит его в своем ключе. Krishna covers himself. He covers up himself. He doesn't reveal himself as the Lord because he enjoys the loving relationships with the different devotees. И мы должны понимать, что Кришна, он чаще всего не являет себя как верховная личность Бога, потому что он проявляет свои любовные отношения со своими преданными. He likes Nanda and Yashoda to be his parents and to punish him. И ему нравится, что Ешода, матушка Ешода и Нанда Махарадж, что они его родители, и что более того, они наказывают его. He gets more pleasure in Nanda Maharaj and Mother Yashoda getting angry at him than he gets in the brahmanas reciting Vedic hymns. И он получает гораздо больше наслаждения, когда матушка Ешода и Нанда Махарадж ругают его, нежели когда брахманы воспевают священные гимны во славу его. He likes relationships. Ему нравятся отношения. He likes to have friends. Ему нравится, чтобы у него были друзья. And he enjoys having also loving relationships with the gopis. И, конечно, он наслаждается любовными отношениями с гопи. He is the supreme enjoyer. И он верховный наслаждающийся. He enjoys all different kinds of relationships. И он наслаждается всевозможными видами взаимоотношений. And he covers himself from the devotees so that he can enjoy these relationships. И он скрывает себя самого от преданных, чтобы наслаждаться вот этими разными видами взаимоотношений с ними. Because when he's the supreme lord, then everyone is bowing down and offering prayers, and it gets boring. И когда ты верховный господь, все кланяются тебе, воспевают гимны, оказывают всевозможные почтения, и это надоедает. Yeah. So even the king likes to go out and sometimes be a normal person. Даже, как мы знаем, короли порой выходят из своих дворцов, одевают какую-либо одежду, чтобы быть неузнанными, и просто ходят как обычные люди. Харе Кришна, Ваше Святейшество, расскажите, пожалуйста, как это вот, если с соседнего огорода, допустим, сорвать цветы там и фрукты, предложить Господу, является ли это воровством? Ну, как вообще? Вот иногда есть такое желание, мы останавливаемся, путешествуем в домах, в деревнях, то есть и вот иногда в нашем огороде нет цветов, а в соседнем есть. То есть вот как это? В вашем огороде мужчине? Чего? Это огород, помните, там есть перепады. Ну, сад. So the situation is that sometimes we are traveling with our Sankirtan party and sometimes we stop in some places and we have like some householders who give shelter to us
And have, for example, we have a garden, and in our garden there is no fruits or flowers. And are we stealing if we go to the another garden and get the fruits and flower there from Krishna? Is it bad? Well, if you get caught, it's bad. If they catch you, then it's bad. Если вас поймают, это плохо. Если вы не пойман, не вор. Yeah, because they'll think, oh, you Hare Krishna people are thieves. If they catch you, they say, oh, Hare Krishna people are all thieves. Потому что если они поймают вас, то они будут думать, что все кришнаиты, они воры. But if you do it without being caught and offer it to Krishna, then it's okay. Но если вас не поймали, и вы предложили все это Кришне, тогда нормально. You have to be careful. Вам нужно быть осторожными. If you get caught, then it's very bad. Если вас поймают, это все кончится плохо. Скажите, пожалуйста, в первом стихе, который мы изучали сейчас, говорится, Верховный Господь Кришна, старший брат Гады. Я не понял. Да. In the first... where is his... 32, да, получается. In the first verse that we are learned today in the class, it was said that the where is it? По словному переводе было, да? It was the Gada Agrajak, the Shri Krishna, the older brother of Gada. Yeah. So how we can understand this? I also don't know. Я тоже не знаю. I'll have to ask somebody about that. Мы спросим по поводу этого кого-либо. I've been meaning to find out. I've seen this before because it comes Gada Graja. Gada Graja. The name is there in other verses in the Bhagavatam. Я на самом деле уже видел это, до этого встречал в Бхагаватам, потому что это имя Gada Graja, оно уже до этого мне встречалось. And I meant to inquire about it from someone, but I haven't been able to get the answer yet. У меня уже, я уже даже спрашивал кое-кого, но мне пока еще не ответили, не дали ответ. Харе Кришна, скажите, пожалуйста, пару слов о важности распространения книг Шилпрупады и, может быть, если какие-то лилы, самые такие вдохновляющие. И тем временем микрофон в ту сторону передать, там матаджи тоже хотят. So, Maharaj, can you say about the importance of Sankirtana movement, especially about book distribution. Maybe you can mention some little about that. Well, yes, this is very important. It's the heart of our movement. И да, безусловно, это очень важно. Это сердце нашего движения. One of the part of the there are seven purposes in Prabhupada founding ISKCON, and part a few of them are concerned with book distribution. И как вы знаете, когда Шрила Прабхупада основал ИСККОН, было семь целей, и, если не ошибаюсь, пару из них, они касались непосредственно распространения книг. So, yeah, our movement is meant for preaching, and our preaching is done through book distribution. И как мы знаем, наше движение, оно проповедническое, и мы проповедуем через распространение книг в том числе. The best preaching is not just simply are giving a lecture, but it's giving a book to people. И проповедь это не просто, когда мы даем какие-нибудь лекции. Лучше, когда мы даем книгу человеку. So if you, everyone in the movement is expected to learn how to distribute books. И на самом деле каждый в движении должен научиться тому, как распространять книги Шрилы Прабхупады. This is our family business. Это наш семейный бизнес. Just like, you know, your mother and father may have a business, you know. So this is the business of our family. Так как знаете, бывает, что ваша мама, ваш отец занимались каким-то бизнесом, они затем передают его своим детям. Вот это вот в нашем варианте то же самое. Srila Prabhupada wrote these books, and we have them to distribute. Srila Prabhupada написал, перевел эти книги и поручил нам распространять их. There are many people out there still who have never
receive one of Prabhupada's books. На свете еще огромное количество людей, которые никогда не получали книги Шрилы Прабхупады в свои руки. And if you devote yourself to this activity, then it's very pleasing to Srila Prabhupada. И если вы посвящаете себя этой деятельности, то это очень радует, очень удовлетворяет Шрилу Прабхупаду. And you can make very good advancement. By book distribution, you can be sure to progress in Krishna consciousness. И распространяя книги Шрилы Прабхупады, вы будете очень замечательно прогрессировать в сознании Кришны. Because you're giving Krishna to others. Потому что вы даете Кришну другим. So you get the more you give the mercy, the more you get the mercy. Чем больше вы раздаете милости, тем больше вы получаете ее. Okay. Any other question? Да, там еще Кришна. Я хотела задать вопрос. У меня, значит, мы читали историю, как появилась Шьяма Кунда и Радха Кунда. По частям отправить. So I have a question. And recently we read this story, how the Shyama Kunda, Radha Kunda appears. И там Кришна, он призвал все священные реки, чтобы омыться, так как он убил демона. So Krishna calling for all the sand rivers just to give the bath because he just killed the demon. Но гопи ему не верят, то есть они не поверили, то есть у него у гопи такое вот как бы. But gopi don't trust him. But gopi don't trust him. Gopi don't trust to Krishna that he called for all the rivers to come and make the kunda. Да. И вот вопрос, значит, мне задают вопрос, почему гопи ну, не верят, то есть разные истории описываются, и часто гопи, они как бы не доверяют Кришне. And I was asked that why gopis didn't trust Krishna's, and actually it's not only about Dit Lila, it's most of the times. And I was asked why is this, why Gopi didn't trust to Krishna when he said something or he did something. Да, и мне непонятно, почему они как бы, то есть они не знают, что он верховная личность Бога, и, ну, то есть как вот объяснить, то есть я не смогла ответить на этот вопрос, когда мне задавали этот вопрос. And then, and when I was asked about this, but by someone who we discussed this, Lila's. I was unable to answer because I can't understand. So the gopi didn't realize that Krishna is the highest personality of Godhead. So why the gopi didn't trust to Krishna when he say or did something during the all the lilas? Well, the gopis always act for the pleasure of Krishna. Гопи часто делают все для наслаждения Кришны. So even when it appears that the gopis don't trust Krishna, they're acting like this simply to give Krishna pleasure. И когда даже порой кажется, что гопи действуют якобы не доверяя Кришне, они делают это для того, чтобы просто Кришна насладился этой лилой. The gopis, their only purpose is to give pleasure to Krishna. У гопи есть одна единственная цель. Доставить наслаждение Кришне. And Krishna enjoys these kind of exchanges with the gopis. И Кришна, он на самом деле наслаждается вот таким вот взаимообменом с гопи, эмоциями, определенными еще вещами. Krishna himself likes this loving, this kind of these little intrigues and quarrels which are taking place. It gives him pleasure. И там же все время происходят какие-то ссоры, какие-то интриги. Это доставляет Кришне удовольствие. Ему нравится это. You can read how Krishna was joking with Rukmini. But when he joked with Rukmini, Rukmini fainted. When Krishna was in Dwarka, he was living in his palace with his queens. And he would make a joke with Rukmini. И когда Кришна был в Двараке, он часто шутил со своими женами, принцессами, и как-то раз он шутил вместе с Рукмини. And he would tell Rukmini, you know, he would say, I'm not worthy to be a husband for you, you should go and marry some other man. И он говорил Рукмини, ты знаешь, я вообще негодный муж для тебя, лучше тебе уйти и сейчас заниматься какими-то другими вещами.
Maharaj is thinking that they're just like making this play for this liberation, the same this, Leelas that you are describing right now. Was their training. So when Krishna was talking like this, and Rukmini fainted. Она же в обморок упала, правильно, да? Да, и когда Кришна вот такие вещи говорил, Рукмини взяла и рухнула в обморок. So he gets more pleasure from the gopis. И у него больше, конечно, наслаждения с гопи. Because when he talks like this with the gopis, they get angry. Потому что когда Кришна начинает с гопи так разговаривать, они начинают просто быть разъяренными тоже такими злыми. And Krishna thinks the gopis look even more beautiful when they're angry. И Кришна даже думает, что они более красивыми становятся, когда они злые вот в таком состоянии. So it's all for Krishna's pleasure. Это все для наслаждения Господа. This is all his pastimes. Это все игры. Еще вопрос? Дайте, пожалуйста, микрофон. Вот в связи с этим возник вопрос. Тогда стиральщик, он отработал свою карму за то, что он с Рамачандрой так? Или это было лила для наслаждения Господа? Mm-hmm. So, according to the previous discussion, I want to ask you, so this clothes washer, he just get this karma? So, or it was also for the pleasure of the Godhead, of Krishna? Pleasure of who? For Krishna. Just like also a lila for just giving the pleasure to Krishna and Balaram. Well, Krishna comes to deliver the pious and to annihilate the miscreants. Ну, Кришна, мы знаем, что приводит, чтобы благословить всех благочестивых людей и чтобы уничтожить всех демонов и нечестивых людей. Just like Krishna kills the demons like Putana and Sakatasura and Trinavarta and so many different demons were killed by Krishna. So this laundry man of Kamsa was another demon. И мы знаем, что Кришна убил огромное количество демонов, Апутану и многих остальных, и он также убил этого мойщика, стиральщика белья. And Krishna has come to Mathura. He's going to kill Kamsa. И когда Кришна вошел в Матхуру, он собирался убить Камсу. So by his killing this laundry man, he also sent a warning to King Kamsa. И убив этого стиральщика белья, он как бы послал весточку, такое предупреждение Камсе. But we will see that not everybody in Mathura was a demon. Но, как мы знаем, не все в Матхуре были демонами. We already heard how the ladies of Mathura were so welcoming to Krishna. И мы знаем, что все женщины Мадхуры, насколько они были благосклонны Кришне. And the brahmanas also welcomed Krishna. И брахманы также были рады Кришне. And we will hear in the next verses about Sudama, the florist, how nicely he appreciates Krishna. И мы в следующих стихах услышим о Судаме, о том, как он замечательно относился, служил Кришне. When somebody offers whatever they have to Krishna, Krishna appreciates. Поэтому, когда кто-либо что-либо предлагает Кришне, Кришна ценит это. He told Kamsa's laundry man, if you give me some cloth, I will reward you, I will give you blessings. И ведь он сказал этому мойщику белья, что если ты дашь мне что-либо из этих одежд, я одарю тебя благословением. But he didn't want. He didn't surrender to Krishna. Но он не захотел. Он не предался Господу. So Krishna liberated him. И Кришна освободил его. Еще вопросы? What to do? Сейчас. Сначала и по частям. Ну, из истории Шримад-Бхагаватам тоже, когда гопи пришли к Кришне, и он сказал, чтобы ему расступилось, короче, надо сказать, что Кришна брахмачари, и также, когда они пришли к Дурвасамуни, он тоже сказал, скажи, что Дурвасамуни ничего не ест. То есть, по сути, они же, Дурвасамуни очень много ест, а Кришна, он не брахмачари, да? Почему они так сказали? Ему расступилось, то есть, какова суть этой истории?
Теперь по частям, просто по частям повтори, я переведу. Да. Ну, когда гопи пришли к Кришне, да, Кришна? So, we have a different lilas. Well, when the gopi came to Krishna. И чтобы вернуться обратно, им надо было, чтобы ему нараступилось. Кришна сказал, что скажите, что я брахмачари, да? Тогда река расступится. And they want Krishna back, and it was this lilas about, я не знаю, как расступилось, like, about this lilas about Yamuna, when Yamuna supposed to just like divided, like in, you know this, divided into two places, so and Krishna Brahmachari and all these kind of things, and также к Дурвасе Муни, когда они пришли, Дурвас Муни сказал, скажите Ямуне, что я ничего не ем. И тогда Ямуна тоже отступила. Когда гопи пришли к Дурвасе Муни, и when the gopi came to Дурвасе Муни and said to him, сказали ему, в чем суть, да, почему, то есть, таким, то есть, это же неправда, и Ямуна отступила, то есть, там, в чем суть этой истории. Ага. Я просто, может, не совсем помню эти вещи, поэтому не могу до конца перевести их, но окей. So it was a lot of lilas when the gopi want Krishna came back, and it was connected with the Yamuna River and the Durvasa Muni. Then they told to him that Krishna Brahmachari and что он сказал еще? Krishna ничего не ест? Durvasa Muni doesn't eat nothing and all these things. И в чем сокровенная суть истории? Да, да. So and he Maharaj. What's he asking? He asked what like the sense of this lilas. What is the sense of these? All of these lilas are simply for the pleasure of Krishna. Мы должны понимать, что все эти лилы, они для наслаждения Кришны. But as a history, they should learn us somehow something. Yeah, but you're asking something, a particular pastime, which the acharyas have not explained. Но вы спрашиваете про некоторые игры, которые ачарьи не объясняют. So I'm not going to try and explain it. Я не буду их тоже объяснять. It's a particular pastime. Nobody comments on it. Nobody explains it. Это определенные игры, на которые никто не давал комментариев, никто не объяснял их. Okay. Yes. What's up? Yep. Последний. Вас просто не будет слышно в камеру, поэтому лучше микрофон скажите. А, ваше свидетельство. А все-таки вот Шрила Прабхупада получил дом или как бы в итоге? Ну, в лекции мы слышали, а в Детройте, да? Дом. Дом получил или нет? Да, получил или нет, ну, благодаря Бхакти. So he asked, like, Your Holiness, so finally Шрила Прабхупада get the house in Detroit for the temple you mentioned. Yeah. Да. Yeah, so they, you know, they brought the price down to a very, very low price and